Здравствуйте! Сегодня мы разберем, как работать с проблемой мочи с кусками, если тяжело удерживать мочу. Сядьте, ноги вместе, расслабьте ноги, поставьте руки на таз, пальцы в любом направлении, чтобы вам было удобно, и расслабьте локти. И немного поработайте с переносом тела вправо и влево. Ваши локти, плечи должны быть расслаблены. Опустите подбородок на грудь, продолжая приносить вес тела. И затем поднимите голову вверх, расслабьте шею. И снова вперед. Поработайте так 2-3 минуты. И затем медленно при помощи рук сядьте. Опустите руки на любую часть ноги, где вам удобно, и вы чувствуете себя расслабленным. И бросьте вес головы. Расслабьте плечи, подвигав ими. Расслабьте шею, подвигав головы. Спина круглая. И здесь мы будем в расслаблении учиться дышать. На вдохе пупок подтягиваем к позвоночнику, живот втягиваем в себя максимально. И на выдохе живот раздуваем, как воздушный шарик. Вдох. Живот подтягиваем, выдох. Повторите так от 8 до 16 раз. И затем снова поставьте руки назад и расслабьте плечи. Переносите вес тела из стороны в сторону. Подбородок удерживайте на груди. Повторите такое упражнение 3 сета. После этого медленно опустите один за одним локти на пол. Подбородок удерживайте на груди. Снимите напряжение с плечей и медленно, двигая локти в стороны, положите позвонок за позвонком на пол, подбородок груди. И только когда ваша голова коснется пола, расслабьте шею, но оставьте ровную линию шеи. Соберите здесь ноги вместе, и мы будем делать упражнение, которое называется «змея». Смысл упражнения в том, что вам нужно сжать две ноги, как будто у вас их нет, как будто у вас только лишь тело змеи. Сожмите ягодицы. Колени давят друг на друга, как будто вы удерживаете там бумагу, чтобы никто у вас не отнял. Щиколотки прижали, удерживая напряжение, удерживая измену. Змею продолжаем дышать. Поднимаем вдох и выдох. Удерживайте, пока вам это не тяжело. Как только начнется дрожь в ногах, расслабьте эту позу, бросьте тело и медленно согните ноги одну за одной, поставьте на пол. Очень важно правильное положение ног. Расстояние между коленями и стопами такое же, как расстояние между тазобедренными суставами. Стопы параллельны. Для этого немножко подвиньте пятки снаружи. И пальцы ног должны быть на одной линии. То есть одна нога не должна быть дальше, впереди или сзади. Здесь мы будем работать с естественным прогибом в пояснице. Все мы имеем вот этот прогиб. Вначале вы можете положить руку, чтобы было понятно. И надавливайте поясницы на вашу руку несколько раз, чтобы прочувствовать и понять, что делать. Когда вы поняли, в чем смысл движения, бросьте руки по сторонам, любое положение, чтобы вам было удобно, проверьте шею ровную, подбородок, груди. И продолжайте то же самое движение к пояснице. Вдавить поясницу, вдох. И расслабить выдох. Продолжайте делать это упражнение от 1 минуты и больше. Далее, когда вы поймете технику упражнения, вдавливая поясницу, подтяните вашу лобковую кость к пупку и сожмите мышцы гениталии. Что значит сжать мышцы гениталии? Например, когда вы ходите в туалет по-маленькому, да, и вас кто-то испугал, вы сдержали поток мочи. Да? Вот эти вот мышцы, то есть вы можете зажать и анус, и гениталии. Вдавливаем поясницу, лобковую кость к пупку и подтяните гениталии. И на вдохе расслабиться. Давливаем поясницу, подтягиваем гениталии, выдох. И делайте это упражнение от 8 до 16 раз. И затем, после этого упражнения, положите руки вдоль туловища
И для того, чтобы наша спина отдохнула, подтяните колени к груди и расслабьте руки на коленях. Здесь вы можете дать массаж, покачиваясь из стороны в сторону. Вы не должны падать, то есть вы должны удерживать баланс, и при этом голова и шея зафиксированы. Дыхание постоянно, хотя медленно. Остановитесь и оставьте руки на коленях. И здесь одну за другой ногой при помощи рук опустите на пол. И затем одну за другой ногой медленно вытяните. И снова повторите змею. Две ноги теперь у нас превратились в одно тело змеи. И продолжаем давить. Ягодицы зажаты, давление между коленями, между щиколотками. И вы при этом движете. Как только вы почувствовали начинающуюся дрожь, отпустите змею и отдохните в этой позе. Данный комплекс у вас займет от 15 до 30 минут. Главное – практиковать.